На Сходнинской улице выездное совещание. Сотрудники Министерства транспорта Московской области и администрации округа в Путилково, потому что жалобы на уборку снега сыплются от жителей этого микрорайона пропорционально осадкам. Подрядчику напомнили об обязательствах и санкциях согласно контракту, и он тут же обещал исправиться. Они усиливаются. Сейчас уже добавляют ручников 15 человек. Сейчас уже работает 25, 15 они добавляют. То есть с завтрашнего дня здесь будет на постоянной основе 40 человек работать, плюс 15 единиц техники. Сегодня была такая пробная проверка. Если нас кто-то из подрядчиков не слышит, это я говорю сейчас всем работающим в округе, да, то у нас предусмотрены штрафные санкции и расторжение договора. Контроль за уборкой территории – задача номер один. Вплоть до самой весны, говорят специалисты дорожного блока. Подрядчикам и управляющим компаниям справиться со снегом и наледью в жилых кварталах и пешеходных артериях помогает Красногорская городская служба. Благодаря тепловой карте муниципального центра управления регионом отслеживается, с каких территорий поступает больше всего обращений жителей. Для их оперативной отработки создан телеграм-чат «Будет чисто 2021».